Генеральный спонсор тележурнала «Страна советов» – клиника «Центр флебологии». Лечение варикозных вен и сосудистых звездочек. Специализированная клиника «Центр флебологии». Многоуровневая диагностика в день обращения. Лечение без операции быстро и безболезненно. Центр флебологии 57-40-71. Здравствуйте! С вами самый лучший, самый модный, самый трендовый тележурнал «Страна советов», а также я, его ведущая, Вероника Сухачева. Если кажется, что все надоело, руки опускаются и хочется всем окружающим сказать какую-нибудь гадость, лучше остановиться, задержать дыхание, сосчитать до 5 и начать делать что-нибудь приятное для себя любимых. Ну, например, приобрести так давно желанный новенький телевизор, или придумать новый макияж, или начать улыбаться миру по-новому. Точно поможет, я вам гарантирую. Далее – доказательства. Смотрите сегодня на страницах нашего глянца. Что приготовить на ужин и сэкономить время, подскажет профессиональный повар. Жидкокристаллический монитор или большая плазма? Где купить телевизор? Ослепительная улыбка открывает любые двери, а «Страна советов» ей только способствует. Большая перемена. Трансформация посредственного в ослепительное. Закон осени. Солнца нет, витамин D не вырабатывается, настроение падает. А значит, в преддверии зимы никаких диет. Самое время начать получать удовольствие, не обращая внимания на калорийность. Самые лучшие 5 минут от шефа дарит радость с аппетитом. Приготовьтесь записывать. Сегодня рассмотрим приготовление роллов на примере любимых и вкусных многими клиентов суши-бара Токио Special Maki. Для приготовления роллов нам понадобится нори, листы сушеных прессованных водорослей, японский рис для суши, морепродукты, окунь, копченый угорь, лосось, икра летучей рыбы, сливочный сыр Филадельфия и лист салата. А для украшения стандартные васаби, маринованный имбирь и соевый соус. Начинаем приготовление с традиционных водорослей нори и риса. Подготавливаем основу. Теперь занимаемся начинкой. Укладываем красивую икру тобику, полоску сливочного сыра и морепродукты – лосось, угорь, окунь. Украшаем листом салата и сворачиваем с помощью циновки. Это бамбуковая салфетка для формирования роллов. Циновку в домашних условиях нужно обернуть пищевой пленкой и слегка смазать маслом или жиром от рыбы. Нарезаем роллы. Чтобы избежать прилипания риса, нож следует смочить холодной водой. Укладываем на тарелку к имбирю, васаби и маленькой плошечкой с соевым соусом. Приятного аппетита! Если вы сейчас нас видите, значит, у вас есть телевизор. А как вы его выбирали, вы помните? Самые последние тенденции в мире плазменных и жидкокристаллических изучала Татьяна Наркута. Новогодняя суета еще только набирает обороты, но совсем скоро город захлестнут толпы офисных работников, бегущих за подарками под праздничную елку. Не хотите быть среди них? Тогда займитесь этим сейчас. А с выбором мы вам поможем. Самый отличный подарок – телевизор. За консультацией обратились к Деду Морозу. Знакомьтесь, Игорь Колышев. О новогодних подарках знает практически все. У этого телевизора тюнер цифровой, формата MPEG-4, уже стоит внутри. То есть все, что вам нужно будет, это обычную антенну, обычную комнатную антенну. Купите и все. У нас представлены основные фирмы, которые сейчас задают тон в цифровом, современном цифровом телевидении. И те, которые занимают львиную долю рынка. Основную долю рынка занимают кто? Это Samsung, Sony, Philips, LG, Sharp.
Вот основная фирма. Здесь можно купить от самых маленьких до самых больших телевизоров. Вот такого гиганта можно найти только в планете Плаза. Его диагональ почти 2 метра. Медицина говорит, оптимальное расстояние для просмотра 3-4 диагонали. Телевизор 80 сантиметров. 80 умножаем на 3, получаем 2,40. Здесь у нас две клетки, это метр. То есть, если вот сейчас мы отойдем вот на такое расстояние, идите сюда. Вот. Вот у вас такое расстояние. Дома будет примерно? Ну, вот это идеально. Это идеальный телевизор. Здесь можно встретить всю палитру современных телевизионных технологий. Плазма – идеальный вариант для семейного просмотра кинофильмов. ЖК – отличный информационный компаньон. Светодиодный порадует вас благородным дизайном, а проекционный поразит своими масштабами. Большинство современных телевизоров оборудованы встроенными медиаплеерами. Что это значит? Это значит, что человек избавлен от необходимости иметь дома там DVD-проигрыватель, море дисков и так далее. Достаточно иметь флешку или жесткий диск. На эту флешечку вы записываете фильм, например, да, вставляете его в телевизор и прямо с флешки смотрите. Перед нами яркий представитель телевизоров 21 века. Упакован различными функциями и впечатляющими характеристиками. Предельно четкая и плавная картинка, наличие функций 3D, Wi-Fi, Skype, выход в интернет, 3 тюнера для кабельного, цифрового, эфирного цифрового и спутникового телевидения. Своеобразный мультимедийный центр. С его помощью можно и родственников во Владивостоке поздравить, и обращение президента в 3D посмотреть. Одна из последних технических новинок – 3D-телевидение. Чтобы прикоснуться к миру объемного изображения, дома нужно иметь специальный 3D-телевизор, очки и соответствующий сигнал. Кстати, многие даже не догадываются об истинных возможностях современной техники. И здесь без компетентного человека не обойтись. Специалисты планеты Плаза могут выехать на дом и помочь в установке и настройке. Что касается ценовой политики, ценовая политика тоже у нас, поскольку мы кроме телевизоров ничего не продаем, для нас принципиально важным является то, чтобы цены были ниже, чем у других. Мы изучаем рынок и стараемся, как правило, цены ниже, чем у других, вплоть до того, что если к нам приходят люди и выясняется, что где-то цена стоит ниже, то мы можем оперативно снизить достаточно цену и продать еще дешевле. В магазине «Планета Плаза» всегда огромный выбор телевизоров от самых маленьких до гигантов. Политика магазина – дать клиенту самую низкую цену в регионе. Так что, если вы нашли тот, что будет хорошо смотреться под вашей елкой, не спешите покупать его в другом магазине. Проверьте цену в «Планете Плаза». Наверняка она будет привлекательнее. И вам всегда сделают выгодное праздничное предложение, от которого просто невозможно отказаться. Также «Планета Плаза» сотрудничает с крупнейшими банками, и покупка новогоднего подарка в кредит не составит сложности. Кредит оформляется быстро и прямо на месте. Есть определенные трудности в том, чтобы сейчас нас найти. В связи со строительством, которое ведется в Акрополе, да? Поэтому как можно плясать? Можно плясать вот от корпуса КТИ, который находится на Баранова. И вот эту вот замечательную табличку можно найти. И потом повернуть налево сюда в проем, идти потом дальше, да, вот сюда повернуть. Вот табличка, да? И вот у нас уже отсюда видно, можно посмотреть наш большой телевизор, и уже можно идентифицировать, соответственно, наш магазин. И помните, телевизор, пожалуй, лучший подарок к Новому году, который точно не разочарует того, кто открыл долгожданную коробку. «Планета Плаза», торговый центр «Акрополь», вход со стороны храма, «Мега-Сити», павильон 133, торговый центр «Виктория», возле кинотеатра «Победа». Телефон для справок 770626. Хотите блестящее будущее? Так обеспечьте себе проходной билет прямо сейчас. В виде белоснежной, сияющей, а главное здоровой улыбки. Ведь только по-настоящему ослепительная улыбка делает человека невозможно красивым и успешным. Согласны? Тогда вперед к доктору! Все улыбаются по-разному. Кто-то так, а кто-то так. И даже так. Секрет улыбки прост. Внимание и забота плюс своевременная помощь профессионалов в течение всей жизни человека. В идеале о здоровье зубов человека необходимо заботиться еще до его рождения. И будущая мама должна обратиться к стоматологу до того, как планирует беременность. После рождения малыша заниматься гигиеной полости рта следует с появлением у ребенка первого зубика. Специалисты утверждают, чтобы не иметь в будущем проблем с постоянными зубами, нужно уделять внимание молочным. Лечение молочных зубов – это очень важный аспект. Почему? Потому что вся инфекция, которая находится в молочных зубах и вовремя не диагностированная и не леченная, она в дальнейшем может передаться на зачатке постоянных зубов и возникнут у ребенка проблемы уже с постоянным прикусом.
Сегодня дети все реже боятся зубных врачей. Профессионализм и специальная подготовка стоматологов позволяют найти подход каждому ребенку. Повзрослев, обращаться к стоматологу нужно уже по личной инициативе, регулярно, даже при отсутствии жалоб и видимых нарушений. При отсутствии жалоб к стоматологу необходимо обращаться раз в полгода. При наличии каких-либо жалоб, то чаще. Раз в полгода доктор проводит осмотр полости рта. При необходимости лечения кариеса проводится лечение кариозных полостей, дентальные снимки, лечение пародонта. И одно из важнейших профессиональных профилактических мероприятий – это профессиональная гигиена полости рта. Профессиональная чистка зубов – это полное удаление всех видов зубного налета и зубного камня без изменения цвета и нарушения эмали. При помощи ультразвукового аппарата снимается пигментированный налет, полируются зубы и покрываются фторсодержащими препаратами. После профессиональной чистки рекомендуется посещение физиотерапевтического кабинета. Процедура минерализации для укрепления эмали, снижения чувствительности зубов, профилактики кариеса и клиновидных дефектов. Лазерная, УВЧ-терапия, магнитотерапия применяются при постпломбировочном состоянии для уменьшения периода реабилитации после лечения пульпита и других заболеваний. Для детальной оценки состояния зубов также рекомендуется раз в два года проходить компьютерную томографию. Современное оборудование позволяет получить цифровую 3D-реконструкцию полости рта. Таким образом, ни один изъян и проблемы ваших зубов не останутся для врача незамеченными. Пройдя все необходимые процедуры в клинике, не забываем об индивидуальной гигиене. Заботимся о здоровье и красоте своей улыбки уже в домашних условиях. Это, соответственно, чистка зубов, щетка средней жесткости, в идеале электрическая зубная щетка, дополнительные средства индивидуальной гигиены – это ирригатор полости рта, зубные нити, ёршики межзубные, эликсиры, ополаскиватели. В данный момент существует на рынке множество реминерализирующих препаратов, то есть это гели, которые позволяют в домашних условиях проводить терапию, направленную на укрепление эмали зубов и на предотвращение рецидивов кариеса. Задумались, в какую клинику обратиться? Выбор страны советов – стоматологическая клиника «Центродент». Здесь для вас и вашего ребенка представлен весь спектр стоматологических услуг, а также возможность приобрести все необходимые ежедневные средства по уходу за полостью рта в салоне медицинской техники «Арекс». Грамотный подход стоматологов, современные методики и оборудование делают процедуру лечения абсолютно безболезненной и комфортной. Здесь очень внимательные все, обслуживание очень хорошее, сестрички очень вежливо относятся, все, врачи очень хорошие. В общем, все так, мне очень нравится здесь. Клиника «Центродент» – это более 20 лет успешной работы и более 200 высококвалифицированных специалистов. Теперь не нужно терпеть зубную боль и бояться стоматологов. В клинике «Центродент» решают любую проблему, не забывая о бережном и индивидуальном подходе к каждому, даже самому маленькому клиенту. Возможна рассрочка платежа на все виды стоматологических услуг. Клиника «Центродент», улица Калужская, 3038. Запись по телефонам 95-77-03, 66-66-03. Смотрите сразу после рекламы. Большая перемена. Трансформация посредственного в ослепительное. Делаем ремонт. Выкладываем плитку в ванной, на кухне и коридоре. Хороший сон – это здоровье. Позаботимся о самом главном на страницах нашего глянца. Красота спасет мир. В преддверии зимы эту строчку нужно повторять каждый день, каждый час и каждую минуту. А иначе мир рухнет, угнетенный сыростью, серостью и посредственностью. Самые главные правила – это оставаться яркими и оптимистичными. И здесь все средства хороши, а именно прическа и макияж. Большая перемена расскажет обо всем подробнее. Привет всем, меня зовут Андрей Волконский, и это рубрика «Большая перемена». Единственное реалити-шоу в Калининграде, которое изменяет внешность своих героев до полной неузнаваемости. Ольга Макарова, 35 лет, по образованию юрист, в данный момент воспитывает двух детей.
Я решила поучаствовать в рубрике «Большая перемена», чтобы сделать подарок своему мужу, удивить его и изменить свой имидж. Привет, Юр. Привет. Марина, я участница «Большой перемены». Я хочу изменить свой имидж. Присаживайся, Марина, я тебе в этом помогу. Марина, чтобы сохранить интригу, я отворачиваю тебя от зеркала. Приступаем к окраске. Тренд сезона – яркие цвета. Прибегая к кардинальным переменам, открываем для себя что-то новое. Переходим к стрижке. Самое главное правило любой перемены – приобрести желаемый эффект. Стрижка средней длины поможет расставить акценты и скорректировать форму лица. Очень ярко будут смотреться неожиданные переходы по длине волос и длинная челка. После окраски волос переходим к укладке. Завершаем большую перемену мейкапом. Теперь пришло время увидеть нашу героиню после большой перемены. Ой, как здорово! Цвет волос вообще не нравится. Спасибо стилисту, который работал над моим образом, и рубрике «Большая перемена». Как говорил однажды Ганди Махатма, если ты хочешь перемену в будущем, то станет и переменой в настоящем. Меняйтесь к лучшему! В детстве не любил собирать мозаику, комбинировать цвета, сочетать рисунки и узоры. Дети выросли, игры поменялись. Теперь вместо мозаики керамическая плитка. Не только увлекательная игра, но и практичное и красивое решение для вашего дома. Плитка для пола давно и прочно завоевала популярность в качестве отделочного материала. Огромное разнообразие цветов, рисунков и узоров позволяют подобрать плитку для любого помещения. Предпочитаете однотонные цвета? Любой оттенок по вашему желанию. Любите экзотику? Плитка расцветки зебры или тигра. Правильная геометрия или витиеватые узоры и рисунки? Дополните плитку бордюром или мозаикой. Создайте оригинальный акцент в вашем интерьере. И небольшая хитрость – плитка под ламинат, паркет, мрамор или брусчатку. Внешне неотличимы от оригиналов, но гораздо практичнее в использовании. Фантазируйте и творите, пусть ваш пол превратится в настоящий холст, где воплотятся ваши самые смелые задумки. В салоне «Мир плитки» вы можете подобрать напольную плитку для наилучшего декора вашего дома, создать индивидуальный дизайн-проект вместе со специалистами салона, а также принять участие в ежемесячном розыгрыше путевок на двоих в Данск, Мальбург и Сопот. А в декабре пройдет финальный розыгрыш тура на новогодние каникулы в Закопане. Салон-магазин «Мир плитки», улица Богдана Хмельницкого, 117-121, телефон 630-222. Причина плохого сна – это не всегда нечистая совесть или неоплаченные налоги. Все намного проще. Хотите спать спокойно? Тогда следуйте примеру нашей героини. Здоровый и сладкий сон без вмешательства врачей и черной магии. В рубрике «Вечный тренд». Как часто мы слышим, когда после 8 и даже 9 часов сна человек все равно чувствует себя уставшим и разбитым, жалуется на боли в спине и общее недомогание. Устав от бессонницы, Юля отправилась на поиски средства, которое сможет решить ее проблемы. Добрый день. Вас что-то заинтересовало? Последнее время у меня появились проблемы со сном, я плохо сплю, плюс из-за искривления позвоночника боли в спине. Можете ли вы мне чем-то помочь? Рекомендую вам ортопедическую подушку и ортопедический матрас, который правильно поддержит ваш позвоночник и расслабит мышцы во время сна. Матрасы бывают пружинные, латексные и из пенополиуретана, а также могут содержать кокосовую или кактусовую плиту для жесткости. Но самым перспективным в медицине является вискоэластичный материал, который, кстати, посоветовали Юлии. Благодаря свойствам материал эффективно поддерживает ваше тело в течение всего сна в правильном анатомическом положении.
Доказательство этому наглядный пример с металлическим шариком. Справа обычный пенный материал, слева вискоэластичный. Такой матрас не оказывает на тело дополнительного давления. И на этом матрасе ничто не потревожит ваш сон, даже если супруг или супруга будет ворочаться во время сна. Вы этого не почувствуете. Еще один эксперимент. Несмотря на прыжки ребенка, кружка с водой остается неподвижной, что доказывает максимальный комфорт и спокойный сон. Как мы видим, тело, а соответственно и позвоночник на ортопедическом матрасе всегда остается в ровном положении, с петелевой на спине или на боку. А ортопедическая подушка правильно поддерживает шею и полностью расслабляет мышцы. Медицинское назначение такой продукции подтверждает регистрационное удостоверение. Спрашивайте его в магазинах. Итак, всего лишь ортопедический матрас и подушка, и Юлия вновь сможет обрести комфортный сон, жизнь без боли и бессонницы. Я попробовала всю продукцию, очень понравилась. Я уверена, что она поможет мне решить все проблемы. Следуя примеру нашей героини, можете смело отправляться в магазин ортопедии на Советском проспекте. Ведь именно здесь самая полезная продукция для здорового сна. Матрасы и подушки от производителей Дании и Чехии. Всю продукцию можно приобрести в кредит или с рассрочкой платежа. Магазин ортопедии, Советский проспект. Аспект 35-37. Когда нет времени, желания и настроения заботиться о себе, нужно взять себя в ежовые рукавицы и начать делать все необходимое для поддержания собственной красоты. Ведь поддерживать всегда дешевле, чем возвращать. Итак, за работу! Это была «Страна советов», ваш персональный гид в мир красоты. Спонсор тележурнала «Страна советов» – клиника «Центр флебологии». Лечение варикозных вен и сосудистых звездочек. Специализированная клиника «Центр флебологии». Многоуровневая диагностика в день обращения. Лечение без операций быстро и безболезненно. Центр флебологии 57 40 71.